Здравствуйте, дорогие подписчики и уважаемые зрители. Вот уже почти две недели мы следим за конфликтом, который произошел между семьей Стаса Пьехи и супругой футбольного судьи Ирины Безбородовой. Все, кто смотрит мой канал, мои видео, знают историю конфликта, и я ее повторять не буду. Отмечу лишь, что хоть конфликт и затих, но Ирина Безбородова продолжает выступать перед средствами массовой информации и вместо того, чтобы принести извинения семье Пьехи, сама идет в атаку. Вчера в интервью средства массовой информации Ирина Безбородова заявила, что во всем виновата моральное уродство семьи Стаса Пьехи. Цитирую, что сам Стас, его семья не смогли привить мальчику нормальных манер, правила поведения в чужом доме и с чужими вещами. Дорогие друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, но вам нравятся мои видео, вы можете щелкнуть по колокольчику, выбрать все уведомления и подписаться на мой канал. А мы продолжаем. Увы, как считают специалисты-психологи, психологическая травма, полученная сыном Петей, может не пройти для мальчика даром. Травмы, которые получил 7-летний Петя Пьеха в результате нападения неадекватной соседки, могут навсегда покалечить хрупкую психику ребенка. Публичное насилие, по мнению психотравматолога Оксаны Заширинской, скорее всего, наложит отпечаток на взаимоотношения сына Стаса Пьехи с социумом. Чтобы этого не случилось, считает эксперт, родителям Пети необходимо проработать травмы вместе с ребенком, иначе маленький непоседа неминуемо столкнется со страшными последствиями. Вот что считает психолог. Какие виды травм могут быть в ребенке, если вовремя не принять мер? Человек будет испытывать тревожность при контактах с более агрессивными, уверенными в себе людьми, хотя они не будут представлять для него реальную опасность. Эти реакции будут происходить на физиологическом уровне. Ради спасения Пети его близким необходимо пойти на самую настоящую жертву, ведь им придется смотреть на то, как мальчик испытывает пережитый ранее ужас и страх снова и снова. Увы, чтобы вылечить ребенка, его сначала придется снова травмировать. Пострадавшему ребенку надо сразу объяснить, что он в этой ситуации был очень убедительный, что опыт важный для мальчиков, что лучше сейчас в этом возрасте перенести испытания и убедиться, что можно быть выносливым, чуть ли не героем, учиться держать удар, стараться вести себя достойно. Дорогие друзья, мы продолжаем следить за развитием ситуации. Чтобы подытожить, в любом случае надо отметить, что, конечно же, Ирина Безбородова в глазах социума выглядит просто безобразно. И такие моменты, как защита своего ребенка, своего имущества, здесь уже не являются какими-либо важными. Хотя, наверное, 98% россиян бы за свое имущество тоже бы, наверное, пошли в атаку, но я думаю, не до такой степени, как в случае с Ириной Безбородовой. Что касается семьи Стаса Пьехи, остается до сих пор невыясненным, как же они все-таки отпустили мальчика одного,
позволили ему выйти на чужой участок, где находятся чужие вещи. В этом, конечно, колоссальный просчет, колоссальный промах семьи и самого Стаса Пьехи. В любом случае, ситуацию можно рассматривать с разных сторон и так и не прийти к окончательному решению. Дорогие друзья, все видео на данную тему на моем канале вы можете посмотреть по ссылочке под данным видео. Друзья, если вам нравятся мои видео, щелкайте на колокольчик, выбирайте все уведомления и подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам, увидимся!